Всем привет! Продолжаем бродить по Петербургу, смотреть дома моего города. Можайская улица, 15. Архитектор фон Гали. Год постройки 1908, стиль модерн. В начале 19 века на участке стоял деревянный дом купеческой жены Лавровой. В 1801 здесь поселился вернувшийся из ссылки Радищев. Здесь он продолжал работу над проектом своих юридических реформ и провел два последних года жизни. Данные сайта City Walls. В 1908 году архитектор фон Гали Густав Густавич построил дом. В 1909 году участок номер 15 по Можайской улице принадлежал жене личного почетного гражданина Анне Степановне Циунчик. Ну и в 2012 году в этом доме находился офис партии «Яблоко». Данных немного, данные все я взял с сайта City Walls. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.